Собственно, сама песня «Майнтайль», она про Армина Майвиса, то есть это, который дал объявление, значит, на форуме в интернете, что хочет съесть молодого человека, и к нему пришел, соответственно, молодой человек с фамилией Брандес. Вот. Тот ему отрезал хуй, они его попытались съесть, съесть его не получилось, хуй съела собака, Брандес умер от кровотечения. Но Майвис не растерялся, он его порезал, короче, на ленты и кушал еще какое-то время. Сидит сейчас. Впрочем, кейс Армина Майвиса был очень контровершил, потому что, блядь, ну, Брандес добровольно пришел, его никто не заставлял. Он пришел, говоришь, съешь меня нахуй. Как говорится, ёбни меня дробью, братан. За что сажать-то? Ну, посадили все равно. Но он по шизе сидит. Хотя выглядит абсолютно здоровым.